Всем привет! Сегодня мы подобрали подборку новых инструментов с сайта AliExpress. Ссылки на все товары вы можете найти в описании под видео, а тот, кто досмотрел ролик до конца, сможет принять участие в конкурсе с денежным призом. Поехали! Линейные направляющие – это модульные продольные направляющие для различных применений. Ввиду их малого веса, они отлично подходят для использования в системах транспортировки и разгрузки. Прежде всего, для них характерна бесшумная работа, высокие скорости и большая длина перемещения, а также модульный принцип сборки. Умный цоколь позволяет организовать дистанционное управление освещением. Пользователь получает возможность включать-выключать подключенную лампу со своего смартфона, находясь в любой точке мира, где есть Wi-Fi. Основное преимущество цоколя в том, что он стоит в несколько раз дешевле умной лампы. При этом модель обладает всеми преимуществами смарт-лампы. Он позволяет задать время автоматического включения-выключения лампы. Также имеется возможность настройки цикличного таймера, расписание времени включения выключения по дням недели. Автоматический крючковяз – удобное приспособление для быстрой вязки качественных поводков с крючками, которое упрощает рутинную монотонную работу и станет незаменимым помощником рыбака. С помощью крючковяза подготовка снастей к рыбной ловле будет занимать у вас гораздо меньше времени. Бесконтактный детектор напряжения позволяет легко определить наличие напряжения без контакта с поверхностью. Прибор можно использовать для поиска провода под напряжением среди других проводов, поиска фазы, скрытой проводки за небольшими преградами или обрыва провода. Автоматический режим позволит использовать прибор начинающим мастерам, а ручной режим даст возможность более точных обнаружений. Кондуктор для алмазных сверл предназначен для точного позиционирования алмазных коронок при сверлении отверстий в облицовочной и напольной плитке, керамике, керамогранита и так далее. Значительно облегчает процесс начального засверливания, предотвращая сдвиг алмазного сверла. Вакуумная присоска надежно фиксирует кондуктор относительно предполагаемого места сверления. Защитные кроссовки для работы. Эти кроссовки полностью защищают ногу. Они имеют металлические носок и под протектором тоже металл по всей площади. Защита носка выдерживает разбитие кирпича. Вес пары кроссовок около 1 кг. Это ниже нормы для рабочей обуви. Реле с пультом используется для управления освещением двигателем, дверьми или воротами, домашней электроникой на расстоянии с помощью компактного пульта дистанционного управления с одной кнопкой под крышкой и выдвижной телескопической антенной. При нажатии кнопки на пульте загорается красный светодиод. Реле отлично подходит для микроконтроллера, в том числе Arduino. Новогодние праздники прошли, но впереди нас ждет еще немало дней, в которые принято дарить подарки. Зачастую мы покупаем их в интернете. И, наверное, вы замечали, что цены на сайтах разнятся. И здесь встает вопрос, где найти подходящую цену и честный магазин. Обычно я использую e-каталог. Здесь можно посмотреть описание и характеристики товара, отзывы клиентов и, самое главное, e-каталог подберет для вас только проверенные магазины с самыми вкусными ценами в интернете. Переходите на сайт e-каталог по ссылке в описании и покупайте с умом. Фара-искатель. Дополнительная LED-фара с возможностью поворота используется для выполнения специальных светотехнических задач с помощью направленного луча света. Обеспечивает чрезвычайно яркий и мощный световой поток. В корпус встроен электромотор, который может поворачивать фару на 360 градусов в горизонтальной плоскости и на 120 градусов в вертикальной. Управление осуществляется дистанционно с помощью пульта. Захват разработан для подъема, переноски или передвижения листовых стройматериалов, которые голыми руками переносить просто нет возможности. Этот инструмент используют в своей деятельности профессионалы, грузчики и строители. Он значительно облегчает задачу и время на транспортировку нужного материала. Благодаря особенной конструкции, инструмент для переноски листового материала подстраивается под любую толщину материала. Поэтому вы сможете переносить с его помощью все, начиная от тонких листов металла до плит МДФ и гипсокартона.
Система выравнивания плитки – это инновационная схема выравнивания плиток при укладке на стены и пол. Она подходит для укладки керамической плитки и керамогранита толщиной от 3 до 20 мм. Главное преимущество использования системы – автоматическое выравнивание двух смежных элементов по одному уровню, поэтому между ними не будет перепада высот. Горизонтальная плоскость получается идеально ровной. Набор для вырезания ложки. В комплект набора для вырезания ложек входит крюкообразный нож для вырезания углублений с диаметром закругления 25 мм, а также нож для придания формы ложки заготовки и вырезания ее ручки, нож для деталировки и тонких работ. С помощью этого набора вы сможете вырезать не только ложку, но и также сделать небольшую миску и много других изделий из дерева. Инструмент для затяжки нержавеющих кабельных стяжек. Он служит для монтажа стяжек из нержавеющей стали шириной 1-12 мм и максимальной толщиной стальных стяжек 0,3 мм. Надежная механика прорезиненной рукоятки из термопласт резины сокращает время монтажа, обеспечивая заданные усилия затяжки и профессиональное качество работ. Роликовые наколенники плиточника, изготовленные из пластмассы. Мягкие вставки под колени изготовлены из материала ЕВА, оснащены колесиками для легкого и быстрого перемещения по объекту. Практически исключает нежелательные болезненные подъемы на ноги в процессе работы. Угловой адаптер для дремеля. Угловой адаптер позволяет упростить работу гравером в труднодоступных местах и просто добавляет удобства в работе с такими типами насадок, как отрезные и шлифовальные круги. Каждый из двух валов адаптера установлен на двух шарикоподшипниках. На оригинальный дремель становится отлично. Точильный станок с гравером «Калибр» – универсальный инструмент для аккуратной и надежной работы с огромным спектром материалов, производящий множество операций. Гравировка на разнообразных материалах, нанесение надписей, резка, сверление, полировка и тому подобное. Мощность 160 Вт. Работает от сети напряжением в 220 Вольт. Есть возможность регулировки оборотов. Сверло из сплава карбита. Состоит из четырех режущих кромок, покрытых титаном, и шестигранного хвостовика. Подходит для сверления стекла, керамики, камня, гранита, бетонных стен и плитки. Пакет включает в себя одно сверло. На выбор есть сверло 7 диаметров. Цифровой вольтметр. Очень прост в использовании, достаточно воткнуть его в розетку, и вы будете знать, какое у вас напряжение, тем самым предостерегая себя от сгорания дорогой бытовой техники. Керамический паяльник. Он снабжен регулятором температуры, которая регулируется в пределах от 200 до 450 градусов. Если горит светодиод, то паяльник в процессе нагрева. После того, как набрана нужная температура, светодиод гаснет. Паяльник активирует функцию экономии энергии, когда он находится не в рабочем состоянии. Быстрый нагрев. Паяльник достигает заданной температуры в течение 2 минут. Реноватор от известной фирмы Hilda. Оснащен быстрозажимной системой насадок, не требующей применения каких-либо дополнительных ключей. Достаточно поднять вверх рычаг и прокрутить его. Зажимная система имеет универсальный коннектор с четырьмя точками, которым подойдут насадки любого типа, не обязательно быстросъемные. Скорость от 11 до 21 тысячи в минуту. Мощность 280 Вт. Максимальная мощность 450 Вт. Угол поворота 3 градуса. Стопперы. При работе с деревом бывает так, когда надо сделать отверстие под определенный размер глубины, и тут нам помогут эти стопперы с Китая. Они блокируют сверло и не дают сверлить дальше заданного расстояния. Очень полезная штука, крепится легко. Друзья, мы создали второй канал, на котором будем публиковать распаковки и обзоры товаров из Китая. Я буду очень рад, если вы поддержите нас подпиской. Ссылку на канал оставлю в описании под видео. А теперь давайте перейдем к конкурсу. Условия конкурса максимально просты. Нужно быть подписанным на наш основной канал, а также канал с распаковками. Поставить лайк и написать комментарий под этим видео. Как только этот ролик наберет 400 лайков, мы разыграем $10. Всем удачи и до новых встреч!